Здравствуйте, подписчики моего канала, зрители данного видео. Так, сегодня у нас 10 дней поросяткам. Видите, какие они уже стали веселые. Сейчас мы будем им делать второй укол витамином. Ну, железом проколем. Что еще? А, ну, известен, да? Прикольно известен. Так, колоть будем по 5 кубов. Колоть будем во внутреннюю часть задние ноги, наверное. Что мы? Давай мы, наверное, Илюха, перекинем их сейчас в этот самый. Сразу всех, слышишь? Загоним в маточник, закроем. А будем кого сюда сбрасывать. И заодно перекопаем пол. Ну все, сейчас начнем. Так. Значит, будем сейчас витаминить. Для этого нам понадобится... железо, ну я уже показывал не раз. Там есть витамины, это витаминосодержащие, еще в придачу к, ну, к железу, тут еще и куча всевозможных витаминов. Единственная дозировка, сейчас будем давать 5 кубов. Ну все, поехали. Шприц. Любой пойдет. Игла может быть тонкая, не обязательно там толстая. Потому что, ну, она жидкая, короче, не маслянистая, легко зайдет. Сейчас мы 5 кубов в ляжку будем колоть. Вот смотрите. Не орёт там, не ругается, не матюкается. Ведёт себя очень корректно. Даже на задние лапы не упал. Это самое. Операция несложная, вполне легко ее проводить. Ну, как вы видите, одному можно там. И даже... маленькие. Ничего сложного. Можно это. Не надо дипломированного приглашать медика дипломированного в надежде, что он сделает по-другому как-то. Главное в этом всем купить лекарства, купить шприц. Шприц, конечно, желательно новый взять. Одноразовый шприц новый. Поросятка, видите, как ведут. Вот они не кипишуют особо. Спокойненько воспринимают все. И укол иглой этой не доставляет им особого беспокойства. Еще надо понимать, что у свиней гораздо выше болевой предел, чем у человека порог. Ну, потому что они все-таки, ну, дикие звери. Им ни к чему быть такими прям, ну, чувствительными. Поэтому, почему там операции проводят, там, кастрации, все эти вещи практически на живую, без всяких там, ну, особых... этих самых. Не потому, что там садизм какой-то. Просто реально это, ну, ни к чему. Допустим, лишнюю дозу получает каких-то там препаратов обезболивающих. Ей будет хуже, чем просто ее... Ну, видите, да? Ничего сложного. А видно, я не дуже близко. Нормально. Нормально, вас видно все. Да, да. Что, что еще? Ну, смотрите, кто, кому было интересно, я думаю, ничего нового. Единственное, мы сейчас, наверное, взвешивание проведем еще. Давайте еще одна. Ну, Илюха камерку выключит, чтобы я вот каждый раз не нагибался за ними. Ну, вы видели, да, в принципе, вот, как это все происходит. Ну, покажи мне. Все, операцию провели. Теперь будем запускать маму ихнюю. Так, Илюха, открывай дверь. Ну, дверь открывай. А ну место! Смотрите, она тут у нас все поломала. Меня не трогать. Жалуются, жалуются. И чё? Смотри, обнюхала, все. Они сразу жрать, жрать давай, мама. Мы что, в шоке тут. Проверит. Не, 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 пошел вон отсюда. Пошел вон отсюда.
Пошла грязь где-то упала. Свинка. Ну все, в принципе, поросята довольные, мама довольная. Витаминку получили. Теперь, я думаю, проблем с развитием дальнейшим не будет. И уже до месячного возраста мы их трогать не будем. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комменты. Какое сегодня число? 6 февраля, да? Да. Привет из 6 февраля всем 2019 года.